видископ. Еще один очень интересный, конечно, поединок, в котором мы можем получить, в общем-то, многие ответы на вопросы по Александру Усике. В первую очередь, это, конечно, вопрос по выносливости. Потому что до сих пор уже какой пятый бой будет Усик проводить на профессиональном ринге, он за всю карьеру еще больше 5 раундов не проводил. Этот бой уже титульный, 12-раундовый, хотя я точно не уверен, может, и 10-раундовый, но неважно. То есть длинная дистанция, и если он ее пройдет и хорошую кондицию покажет, хороший темп, то, в общем-то, вопрос в какой-то степени снимется, да, по поводу его выносливости. Вот. Плюс ко всему соперник Брюер, южноафриканец, этот достаточно стойкий, его будет тяжело нокаутировать. Помимо того, что он стойкий, он любит идти на ближнюю дистанцию, навязывать размены. И вот здесь как бы стоит опасаться в эти размены с ним вступать. Вот. Так как Александр у нас подвижный боксер, на ногах хорошо работает, с хорошей защитой, с блоком таким достаточно трудно пробиваемым, то, в принципе, я думаю, что у Александра Усика не должно быть там особых проблем. Но стоит опасаться все-таки вот этой вот ближней рубки, в нее лучше не вступать, как мне кажется. Еще один вопрос, сможет ли в этот раз Александр все-таки закончить бой досрочно. Так что интриг хватает в этом поединке. Действительно хороший соперник, как для пятого поединка на профессиональном ринге. Я думаю, что всех болельщиков, зрителей ждет очень интересный, интригующий бой, так что такое пропускать нельзя. Витископ. Спортивное видео.